Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не связывала война. Великая Отечественная война – это история нашей Родины, а значит, история каждой нашей семьи. На войну ушли два моих деда. Один волокжанин Шириков Иван Иванович пропал без вести в первые месяцы войны, а другой Щанов Сергей Сергеевич, учитель сельской школы, прошел всю войну и вернулся в звание старшего лейтенанта. Он служил в химических войсках, был награжден орденами и медалями, орденом Отечественной войны третьей степени, боевыми медалями. Но больше всего он гордился орденом Александра Невского, который получил за выполнение приказа в Чехословакии, когда удерживал высоту Брала. Выполняя приказ стоять до последней капли крови, наши войска, наша рота под командованием старшего лейтенанта Щанова удерживала трижды атаки врагов. Бой продолжался всю ночь и весь день. И только на утро подошла подмога. Потерь было много среди наших, но еще больше среди врагов. За выполнение приказа мой дед был награжден орденом Александра Невского. И очень долго, всю жизнь он вспоминал гибель своих боевых товарищей со слезами на глазах.